Здорово, бойцы! Продолжаем проходить Metal Gear Solid. И давайте для начала вспомним, короче, управление. Вот. Так, это у нас двигаться. Окей. Это у нас наше кунг-фу. Окей. Так, это у нас ползти пешком, идти ползком. Окей. Так, это у нас выстрел. Вид от первого лица. Так, это убрать. Это у нас выбор оружия и выбор всяких наших штучек-дрючек в карманах. Окей, ну в принципе нормуль. Итак, мы закончили с вами, приехали на лифте, короче, на этаж B2. Вот. И давайте. Давайте побегаем, поищем тут все. Так, тут что у нас? Дверь не открывается, но там какие-то ништяки, вот смотрите, лежат. Окей. Здесь у нас отлично, дверь открылась. Опа, какой-то газ. Так. Пол под напряжением, да, находится. И вот здесь распределительный щиток. Надо как-то до него добраться. Так, сейчас нам подсказочку скажут. Снейк, осторожно. Это место заполнено газом. Также пол под напряжением. Сначала уничтожь распределительный щиток. Он находится у северо-западной стены. Но как? Я не достану до него. Используй радиоуправляемые ракеты. Так, погоди, радиоуправляемые ракеты у нас... Мы взяли с вами базуку, короче, называется Никита. Такое вот мужское имя, короче. Так, давайте сохранимся на. Окей, радиоуправляемые ракеты. Давайте попробуем. Полетели. Ой, как я? А, погоди. Стоп! Что? А, тихо. Что-то как-то кривовато управлять их. Ладно, давай еще раз. Полетели. Так, распределительный щиток у нас где-то вот здесь находится. Надо его найти. А что она так дергается? Так, стопэ. Пушки у нас... Сюда? Сюда лететь? Я правильно лечу? Это мы облетели. О, вот распределительный щиток. Отлично. Так, сейчас надо воздухом подышать. Воздухом подышим, давайте сохранимся. Окей. Выберем, наверное... Лет, да, с глушителем. Окей, давайте попробуем дальше. Пол у нас теперь обесточен. Что у нас здесь у нас паёк, он не нужен. Блин, воздух то быстро кончается. Так, закрыто. Воу, погоди. Пушка. Блин, а постоянно надо будет сюда бежать, что ли, и глотать воздух? Я что-то... Так, ладно. Давайте сюда. Где был распределительный щиток? Так, окей. Смотри, здесь... Воу. Тихо ты. Стопэ. Да. Блин, надо бежать опять. Туда. Глотать воздух. А то
мне кирдык, башка сейчас случится. Наверное, паёчек выбрать. Погоди, а как? Вспомнил. Помнил я, как это делается. Так, окей. О, смотри, у нас противогаз есть, ё-моё. Снижает скорость убывания шкалы О2 в местах с ядовитым газом. Вон оно ещё. А чё я тут... А чё мне теперь дверь не открывается? А-а-а. Да, управление, конечно, не из лучших. Надо, короче, постоянно переключать будет. Ну, давайте ещё раз. Так. Открывается. Тут мы были. Окей. Погоди. Сейчас он отвернется. Так, там три, да? Три. Так. Ракета Никита. Ракета Никита. Отлично. Погоди, так, уровень 4. Уровень 4. Паёк. А, и всё, что ли? Вот только чисто сюда за лутом пришли. Ладно, я понял. Погнали. Там была ещё дверь. Вот здесь. Так. А, троечка нарисована. Отлично. Пробрались. Так, все, газ прекратился, надо сохраниться. О, блин, только проходить. What the fuck? Что это сейчас за звуки были? Что-то мне они не нравятся. Ау. Кто там шумит? Так, окей. У нас что? Щиток. Сердце. О! Ладно. Погнали. Погнали. Оу. Фига себе, резня была. Охренеть. Вот кто кричал. Похоже, они были порезаны каким-то клинком. Клинком. Помните? Это призрак. Блин, какая-то жесть. Мне это не нравится ни хрена. Сейчас что-то случится. Это тут ниндзя-то, помните, да? В начале там, почти в начале-то был. Остался с камуфляжем. В прошлый раз он меня не убил там, в принципе, да? Он как-то меня пожалел или что он там сделал? Я раз сохранюсь. Уровень 4. А почему у меня дверь на уровень 4 открылась? У меня же нет карточки уровня 4. Обоссался. Испугались? Стелс-камуфляж? Кто вы такой? Где мой друг? Что? О чем вы говорите? Еще один.
Снейк. Ты тот ниндзя. Я ждал тебя, Снейк. Кто ты? Ни друг, ни враг. Я вернулся из мира, где подобные слова бессмысленны. Ниндзя Киборг. Я устранил все преграды. Сейчас мы будем драться насмерть. Да ладно, я с ним сейчас драться буду. Чего ты хочешь? Я давно ждал этого дня. Теперь я хочу насладиться этим моментом. Что? Что с этими парнями? Прямо как в одном из японских аниме. Я пришел из другого мира, чтобы сразиться с тобой. Что это? Месть? Месть — это слишком тривиально. Битва насмерть с тобой. Только так моя душа сможет обрести покой. Я убью тебя. Или ты убьешь меня. Это не имеет никакого значения. Отлично. Он может наблюдать оттуда. Мне нужен этот человек. Держи руки подальше от него. Да ладно, я сейчас с ним... Охренеть. Сейчас, позволь мне почувствовать себя снова живым. Так, сохраночка. Опа. Ни хрена он мне так свертухи. Свертухи в ухо мне. Так, окей, чувак. Ой, я компьютер прострелил. Я убил компьютер. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Мысли? Снейк, ты не сможешь победить меня с таким оружием. С таким оружием? А как... Опа-па-па. А с каким оружием его надо бить? Стоп. Паёк. Да стоп это, задрал. Ой, тупик. Или нет, там не тупик. Здесь можно пробежать. Отлично. Охренеть он! Ты чё, ниндзя, что ли? Прежний слой Solid Snake никогда не полагался на подобное оружие. А какое оружие это? Чем тебя бить? Иди сюда. Я тебе по щам надаю. Сюда иди. Где ты? Ты козлина. Я ему еще не нанес ни одного удара. Да блин! Говно ты ушастое. На тебе, свертухи. Отлично. Теперь мы сразимся как воины. Рукопашная. Это основа любого боя. Лишь дураки доверяют свою жизнь оружию. А, короче, в рукопашку? Рукопашку надо? У него комбинация ударов больше, чем у меня. Смотри, видал? Он салтухи тут только выдает. Правда? Опа! Опа! Не рассчитал. Да блин. Это все-таки муторный чувак, а? Снейк, ты не сможешь победить меня с таким оружием. Да с каким оружием? Я тебя в рукопашку долблю. What the fuck? Ладно. Короче, его надо мудохать в рукопашку. Получается. Погнали. На, держи. Я знаю, что отлично. Ты где? Так. Причем, видели, да? Он говорил то, что это... Будем в рукопашку, да, сейчас махаться? А убил он меня с меча. Нечестно. Так, убираем оружие. В рукопашку так в рукопашку. Ну, погнали. Ай! Так, паёк. Да, ё-моё! Держи.
короче, я понял, тактика такая. Бегаем, бегаем, бегаем. Его ловим и по морде даем. Вот так. И в ту сторону. Отлично. Смотри, бумажки там раскидывает. Держи. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Так. Надо не попадаться ему на пятку. Чтобы не получить в нос. Отлично. Я не с тем связался, чувак. Я в мартуху играл. Я фаталити там только на выдаю. Это блеф, правда, но я думаю, он поверил. Да блин, достал своей длинной ногой меня. Декс, АП. Немножко подлечились. О, видал, видал? Серию ударов какую. Это тебе не в Tekken играть. О! Мне своей головой, короче, вынес. Держи. Короче, почти половину жизни я снес. Блин, здесь... Эти, боссы за боссом. О, смотри, смотри, еще что-то. Отлично, Снейк. Давай поймай меня. В смысле поймай меня? Ты что, засал? Видал, да, как? Я здесь. Сейчас я тебя найду, не ссы. Как тебе такое? Сам нарвался на мою коленку. Вот еще. Не помогает твой камуфляж. Как когда-то я ждал этой боли. В смысле? Что за садомаза? Ого-го, нифига он мне фиганул-то. Фига? Во-во-во-во-во, прекрати. Прекращай давай. Что за нахер? Так, давай сохранимся. Нет. Ударь меня еще. Что с тобой не так, чувак? Любишь когда пожестче, что ли? Окей. Давай, держи. Еще! Еще! Что-то он какой-то странный. Вот так. Я помню этот удар. В смысле? Ты помнишь, Снейк? Ну, короче, какой-то знакомый. Чувство сражения. Ну, короче, это столкновение костей и мышц. Короче, реально какой-то знакомый, да? Какой-то чувак из прошлого. Отлично, Снейк. Ударь меня еще. Да давай, подходи на раздачу тогда. Отлично, Снейк. Давай еще. Не, я его почти завалил, короче, ему кирда. Ух ты! Вот это было близко. Погоди, я его замочил? У меня паёк кончился. What the fuck? Что происходит? Ударь меня еще. Еще? Я тебя не добил, что ли? Паёк. У него, короче, какая-то херотень, смотри.
Погоди, а может сейчас можно это? Его пристрелить? Погоди. Ты где? Ты ниндзя? Чё? Блин, у него жизни нет, а чё за фигня-то? Еще? У него, короче, какое-то поле образовалось. А, все, готов. Я почувствовал это, Снейк. Теперь ты меня вспомнил? Этого не может быть. Ты был убит в Занзибаре. А кто был убит в Занзибаре? Что? Только не это. Лекарство. Что происходит? Что с ним? Я теряю контроль. Все закончилось? У него костюм похож на железного человека, короче. Это Тони Старк. Как же я его сразу-то не узнал? Грей Фокс, полковник, этот ниндзя Грей Фокс. Без сомнений. Это просто смешно. Кому, как не тебе, лучше знать, что он погиб в Занзибаре. Нет. Он должен был умереть, но не умер. Что? Это было до того, как я вступила в персонал Фоксхаунда. Он использовал солдата для своих генных экспериментов. Впервые это слышу. Это было сразу после вашей отставки. По голове был мой предшественник, доктор Кларк. Доктор Кларк? Да, он начал проект генной терапии. И где он сейчас? Он погиб из-за взрыва в своей лаборатории 2 года назад. Так что там с тем солдатом? Очевидно, для своих тестов они решили использовать тело солдата, найденное после падения в Занзибаре. Это был Грей Фокс, но он был уже мертв. Да, но они оживили его. Они вживили ему прототип экзоскелета и держали под наркотиками в течение 4 лет, пока экспериментировали с ним как с игрушкой. Сегодняшний геном солдата — результат тех экспериментов. Это самая больная вещь, что я слышал. Они использовали его для проверки разных техник генной терапии. Наоми, почему ты не сказала нам об этом раньше? Потому что это засекреченная информация. Это единственная причина? Наоми, что произошло с Грей Фоксом потом? В отчете сказано, что он погиб при том взрыве. Ясно. Но даже если этот ниндзя Грей Фокс, то зачем он все это делает? Насколько я понял, он не знает, кем он был. Хочешь сказать, что он всего лишь бездушный робот? Не уверен, но он был полон решимости драться со мной до смерти. Мы еще встретимся, я знаю это. И снова будешь драться? Пока не убьешь его? Не хотелось бы, но, возможно, это то, чего он хочет. Вот такие пироги. Короче, Грей Фокс, я... Долго вы намерены там сидеть? А? Вы один из них? Нет, я всегда работаю один. Один? Вы тоже атаку? Ну уже, вылезайте. Мы не можем торчать здесь вечно. Ваша униформа отличается от той, что у них. Вы главный инженер Metal Gear, Хэл Эмерих, верно? Вы знаете меня? Я слышал о вас от Мэрил. Так вы здесь, чтобы спасти меня? Извините, но нет. Сначала мне нужно кое-что сделать. О, ну что ж, по крайней мере, вы не один из них. Вы ранены? Я в порядке. Просто немного подвернул лодыжку, когда пытался скрыться. Но если это все, то беспокоиться не о чем. Всего лишь царапина. Я хочу кое-что узнать. Мне нужна информация о Metal Gear. А? О Metal Gear?
Да, для чего в действительности был разработан Metal Gear? Это мобильная ПРС. Она создана, чтобы сбивать ядерные ракеты. Только для оборонительных целей, разумеется. Лжец. Мне уже известно, что Metal Gear не что иное, как вооруженная ядерная ходячая машина смерти. Ядерными? О чем вы говорите? Террористы планируют использовать Metal Gear для запуска ядерной ракеты. Вы говорите, что не знали этого? Они собираются помещать демонтированный ракетный модуль ПРС. Нет, с самого начала целью этих испытаний было проверить возможности Metal Gear по запуску ядерных ракет, используя макет ядерной боеголовки. Террористы просто продолжают работу. Вы начали. Нет, вы ошибаетесь. Я слышал это от вашего босса Бейкера. Нет, ядерные ракеты на Рексе? Так вы действительно не знали? Нет, все вооружение было разработано в другом отделе. А президент лично наблюдал за последней стадией сборки главного блока. Президент Бейкер? Да. Я никогда точно не знал, чем они вооружили Рекса. Я не знал только про пушку Вулкан, лазер и рельсовую пушку. Короче, запудрили всем мозги. Рельсовая пушка? Да. В ней используются магниты для придания пулям сверхвысоких скоростей. Изначально эта технология была разработана для системы SOE, но позже ее забросили. Нам удалось монетизировать ее в сотрудничестве с Армстехом и Ливерморской национальной лабораторией. Орудие находится на правом полигоне, что ли? Главная функция Metal Gear — запуск ядерных ракет. Вы уверены, что ничего не забыли? Да, Metal Gear действительно имеет на спине ракетный модуль, рассчитанный на 8 ракет, но вы говорите, что он изначально задумывался для ядерных ракет? Да, но думаю, это еще не все. Если Metal Gear стреляет только обычными ядерными ракетами, то у них уже должно быть все необходимые практические данные. Все необходимые практические данные. Нет. Возможно ли? Разработчик Metal Gear, Ливерморская национальная лаборатория, работала над новым типом ядерного оружия. Они использовали оборудование NOVA для тестирования ядерной лазерной плавки и суперкомпьютеры. Так они разработали новый тип ядерного оружия в лаборатории тестирования ВР, так? Да, но нельзя использовать эти данные на поле боя. Им нужны были данные реального запуска. Здесь находятся суперкомпьютеры. Если к ним подключиться, можно протестировать что угодно в виртуальной среде. Но это только теоретически. Так эти испытания были разработаны для реальной проверки. Чем занят наш президент? Если террористы запустят эту штуку... Черт! Еще раз. Я такой дурак. Это все моя вина. Правда в том, что мой дед участвовал в Манхэттенском проекте. Всю оставшуюся жизнь его мучило чувство вины. А мой отец, он родился 6 августа 45 года, день удара по Хиросиме. У Бога прекрасное чувство юмора. Три поколения мужчин в семье Эмерих. Должно быть проклятие ядерного оружия записано в наших ДНК. Я всегда думал, что могу использовать науку во благо человечества, но оказалось, что использовали меня. Использовать науку во благо — так бывает только в кино. Хватит ныть. Возьмите себя в руки. Где Metal Gear? Где на этой базе они его держат? Рекс находится на подземной базе технического обслуживания. Где это? К северу от башни связи, но туда далеко идти. Аварийная система отмены. Кодов детонации тоже там? Да, в комнате управления базы. Вам лучше поторопиться. Если они с самого начала планировали запуск, то их баллистическая программа уже, наверное, завершена. А поскольку они не связывались со мной,
Я им уже не нужен. Другими словами, они, наверное, уже готовы к запуску. У Мэрил есть карта отмены кода детонации. Мы свяжемся с ней позже. Если мы не сможем отменить запуск, придется уничтожить Рекса. Алибасу надо будет уничтожать этого Рекса. Пойдет, как обычно, не по плану. Ну, в принципе, у нас уже все не по плану идет. Я покажу вам дорогу. Вашей-то ногой, вы меня только задержите. Я вам нужен, если вы собираетесь уничтожить Рекса. Вы мне не нужны. Мне нужны только ваши знания. Я создал Рекса. Это мое право. Мой долг уничтожить его. Лучше попробуйте спастись. Когда все уладится, я свяжусь с вами по кодеку. Как, по-вашему, я смогу сбежать с острова? Ладно. Что мне делать? Спрячьтесь где-нибудь, будете снабжать информацией. Вы хорошо знаете это место? Конечно, и не волнуйтесь обо мне. У меня есть это. Ох ты, ёкерный бабай. Та же технология стелс, что и в ниндзе. Фоксхаунд собирался использовать ее. С этим я буду в порядке. Об нее такую. Хорошо, но я хочу, чтобы Мэрил тоже присматривала за вами. А мне такую штуку. Я тоже хочу. Мэрил, инженер в порядке. Хорошая новость. Присматривай за ним. Где ты сейчас? Очень близко. Вот она, сюда. О нет, проклятие, они засекли меня. Мэрил, что случилось? Твою мать, а еще и... Что-то не так. Вы ничего не слышали? Это была какая-то музыка. Как она выглядела? Она была одета в ту же зеленую униформу, что и террористы. Твою мать, еще и ее сейчас спасать надо. Вообще просто прекрасно. Маскировка? У нее очень милая походка. Как она покачивает бедрами. Вы наблюдательны. Но она очень неплохо смотрится сзади. Походка. Ну да, ее отличить нетрудно. Если она переодета как враг, вам придется связаться с ней, когда она будет одна. Есть только одно место, где можно быть уверенным, что это так. И где это? Пораскиньте мозгами. Вот, возьмите эту карту безопасности. Почему сразу не сказать, где она? Она 4 уровня защиты. Почему всегда надо раскидывать мозгами? А, сейчас вам крендес. Вам не больно? А? Ты в порядке? Ничего не тревожит? А что случилось? Вдруг стали дружелюбными? Да так, я рад, что вы в порядке. Вы странный. Я немного нервничаю. Все, кого я спасал, внезапно умирали. Вам просто не везло. Забудьте, доктор. Зови меня Атакан. Атакан? Это Атаку Конвеншн. Атаку — это парень вроде меня, который любит японское аниме. Япония была первой страной, которой удалось создать двухногого робота. Он до сих пор лидирует в мире в области робототехники. Японские мультфильмы сыграли в этом роль? Еще как. Я занялся наукой не для того, чтобы создавать ядерное оружие. Все ученые так говорят. Я стал ученым, потому что хотел создавать роботов, как в японских аниме. Серьезно, это правда. По-моему, это всего лишь детские оправдания. Всему виной аниме, короче. Ты прав. Мы должны взять ответственность на себя. Наука развивается, потому что существует и война. Величайшее оружие массового поражения было создано учеными, желающими прославиться. Но теперь все. Я больше не буду участвовать в этом безумии. Как хочешь. От тебя мне не нужна только информация. Конечно. Я знаю все об этой базе. Спрашивай меня, когда хочешь о Рексе или об этом месте. Еще, с помощью этого стелс-камуфляжа я могу проникнуть в оружейную или столовую. Если тебе понадобятся припасы, просто скажи, я принесу их тебе. А, ништяк, это уже. Я на частоте 141.12. Увидимся. Так, 141.12. Это на всякий случай, если он не запишет эту частоту. Так, отлично. Ну что? Друзья, сохраняемся. И на этом будем заканчивать. Вот, продолжим уже в следующей серии, в следующем видосе. И я думаю, что он будет завтра, я надеюсь на это. И кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. С вами был Валерий. Всем пока.